Заседание общественной палаты Люберецкого округа прошло в администрации муниципалитета. Председатели 13 профильных комиссий обсудили итоги работы за 2017 год, а также поделились планами на 2018. В рамках встречи также состоялось вручение удостоверений и благодарностей членам общественной палаты за вклад в развитие округа во всех сферах. На очередном пленарном заседании собрались 30 из 45 членов общественной палаты. Высокую оценку их работе дал депутат Мособлдумы Игорь Каханый. Далее в рамках встречи заслушали отчеты представителей профильных комиссий о проделанной работе за 2017 год. Так, Екатерина Дегтярева, председатель комиссии по миграционной политике, межнациональным и межконфессиональным отношениям, помимо выполненных задач, поделилась планами на дальнейшую работу. В Люберцах совместно с такой же профильной комиссией из общественной палаты городского округа Подольск планируется провести мероприятие, посвященное интеграции и адаптации мигрантов в Московской области. Это будет круглый стол на тему «Роль диаспоральных лидеров в реализации миграционной политики на территории Московской области». Также одним из интересных и важных вопросов повестки стало выступление Александра Чувашева. Он предложил создать в Люберецком округе команду по баскетболу на колясках, подчеркнув, что много людей и не только с нашего округа хотели бы получить такую возможность. Вот такая вот ситуация. Есть ребята, мы готовы уже, в принципе, начинать тренироваться. Есть все практически. Город поддерживает, там спорткомитет поддерживает. То есть сейчас вопрос стоит в закупке колясок, денег, как обычно. Все остальное есть. Также Александр отметил, что такая команда станет единственной в Подмосковье и будет располагаться именно в Люберцах. И это необходимо, чтобы помочь развитию спорта без ограничений. Далее на заседании состоялось торжественное вручение удостоверений председателям, членам общественной палаты, помощникам и консультантам-экспертам, а также награждение дипломами премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье». Вторая премия награждается Дегтярева Екатерина Григорьевна. Члены инициативной группы «Успешная практика взаимодействия СМИ с межнациональными объединениями». Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Отметим, что по итогам пленарного заседания был выдвинут ряд предложений по дальнейшей работе общественной палаты городского округа Люберцы и ее профильных комиссий. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапкова. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.